Разговор шел о работе Белгазпромбанка. В принципе, как банк сегодня чувствует себя, какие подвижки вперед есть. Ну и учитывая то, что уже заканчивается время работы там временной администрации, то что сделано за этот период. Хочу сказать, что уже, наверное, клиенты банка забыли, что какие-то потрясения в Белгазпромбанке были. Нельзя сказать, что отток вкладов населения в Белгазпромбанке как-то вот идет, он уже восстановился давно, и ситуация не хуже, чем в целом банковской системе. Ну, а то, что отток вкладов идет, это, конечно, разные вопросы, не связанные с той ситуацией, которая в банке была, и с введением временной администрации. Единственное только, что банк сократил объемы, где-то порядка на миллиард белорусских рублей сократились активы, ну, это в связи с тем, что сократились источники финансирование, кредитование. А так жизнь продолжается. Банк получил прибыль даже вот за 10 месяцев. И план по прибыли немножко даже перевыполнен. Надеемся, что в скором будущем закончится в декабре период работы временной администрации, сформируется правление банка. Уже в этом плане идет работа. Собственник уже предложение сделал по ряду кандидатур на формирование членов правления. Так что все будет в банке нормально.